Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать зарядное устройство для аккумуляторных батарей литионных или литий-полимерных. Тут не особо как бы это все понятно, вообще никаких обозначений нет. Вроде бы стараются, как фирма какая-то выглядит, но, конечно, не очень тянут с виду. Вот, значит, что у нас тут? Есть инструкция к нему. Причем может заряжать, то есть это в принципе обычное получается зарядное устройство. Может никель-металл-гидридные, никель-кадмиевые батареи. А про литионные как раз не написано. Но это специальная зарядка вот для литионных батарей. Причем напряжение, ну видимо у аккумуляторов этих там тоже по 1,3 вольта. Вот. То есть там тоже, наверное, получается где-то так. То есть 9 вольт там нет, скорее всего. У меня просто нет сейчас никель-кадмиевый, никель-металл-гидридный аккумулятор. Не могу сказать, сколько там должно быть. Ну вот на литионных там, по-моему, 8 с чем-то. Вот сейчас там 7,9. Как в прошлом видео, где я это все хозяйство включал и показывал, я обещал разобрать и показать конструкцию. Это у меня один момент удивил, то что напряжение, значит, без аккумулятора, сколько там было у нас, по-моему, 9 с лишним вольт, если я не ошибаюсь, а после установки одного аккумулятора поднималось до 14 вольт, потом вообще до 15. Имеется в виду на свободных клеммах, как бы, да? Вот. Мне интересно, что из себя представляет зарядное устройство, насколько оно сложно в исполнении. Может быть, кто-то захочет повторить. Так, ну, в общем, вот конструкция. Такая на вид кривоватая плата. Плата просто устанавливается в отверстие. Импульсный блок питания. Простейший. И здесь у нас светодиоды, транзисторы стоят, то есть, видимо, здесь что-то наляпали. Транзисторы вот это на светодиоды стоят, то есть мы батарейку включаем, и аккумулятор устанавливаем, и загорается светодиод. Плата в натуре кривая. Видно. Ну, провода хоть не совсем тонкие, нормальные. То обычно такие волосики поставят. Ну, в общем, к чему еще тут придраться? Вот эти, конечно, есть ощущение, что не припаяны, они приклепаны здесь. Вот эти вот. То есть кто собирается повторить, то можно взять вот ответную часть любого аккумулятора и тоже заряжать. То есть просто грубо говоря, здесь 9-вольтовый блок питания на несколько каналов. Мы налепили здесь тоже этот припой лишний, сваливается. Это еще сопли какие-то там. В общем, конечно, китайские вещи. Это просто какой-то кошмар. Причем вроде бы стараются там под фирму косить. Не знаю, насколько безопасно такие аккумуляторы, такие зарядные устройства использовать. Напишите в комментариях, что вы думаете. Вот если вот эта сопля отвалится куда-нибудь, там какие-то элементы замкнет.
что может произойти. В общем, вот так. В следующем видео мы разберем один из аккумуляторов, посмотрим, как он устроен. Я пожертвую, ну, я думаю, я его соберу потом. Так что все, всем пока, спасибо за внимание.